Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины и скульптуры художников и их описание по книге «Великие музеи мира». Жуст де Жуст. Пирамида из пяти человек. Около 1543 года, гравюра 27 на 20. Около 1543 года Жуст де Жуст создал серию из пяти гравюр с обнаженными мужчинами, которые демонстрируют чудеса акробатики. Некоторые специалисты считают, что одним из источников вдохновения Анри Матисса для картины «Танец» стала именно эта работа. Герои, кажется, не прикладывают никаких усилий для проделывания сложных трюков. Они выполняют совершенно невозможные в действительности упражнения. Манера изображения фигур примечательна. Тела одновременно расслаблены, а все мышцы максимально напряжены. Данное очень необычное фантазийное произведение, без сомнения, шедевр школы живописи Фонтебло. Так называется целая группа художников, которые работали над оформлением дворца Франсуа I в 1530-х годах. Де Жуст был приглашен как скульптор. Именно эта профессия может объяснить интерес мастера к разнообразию ракурсов, которые можно увидеть в представленной человеческой пирамиде. Вот такое описание к работе Жуст де Жуст. Пирамида из пяти человек, около 1543 года. Описание по книге «Великие музеи мира». Всего хорошего, до свидания.